Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Дмитрий. Мы сегодня с тобой поиграем в Resident Evil 4 Remake. Ремейк я решил пройти, вот. И решил поиграть в него немножечко, да, тоже. Купил за свои кровные деньги, вот, и решил потратить время. Вот, на самом деле я не фанат Resident Evil никакого. Единственный, который мне понравился, это восьмой. То есть Village, про деревню. Потому что там вид от первого лица как-то сделан, атмосферник, такой хоррор. Вот, но многим Village почему-то не зашел, потому что считают якобы его каким-то этим шутером. Как говорят, ой, шутер, там нету этого, там нет того. Вот, на самом деле, вот этот вот Resident 4 ремейк, это тоже, по сути, шутер, только с видом от третьего лица. Я глянул одним глазиком. Вот, и тут тоже очень-очень много стрельбы, тут стелс практически не будет. Тут будет одна стрельба, короче, будет. Еще больше, чем в Резиденте восьмом, вот. Не знаю. Ладно, поехали. Сентября 98-го. Я не забуду этот день. Тогда я перестал быть копом. Ракун Сити стерли с лица земли из-за биооружия, созданного Амбреллой. Я сумел выбраться, но тысячам повезло меньше. Потом меня позвали в тайную правительственную программу. Выбора не было. Тренировки, тяжелые задания. Я едва не погиб. Но они хотя бы помогали отвлечься. Хотел бы я забыть события той ночи. И ту боль. Хотя бы на миг. Теперь все будет иначе. Я уверен. Скажи мне, Янки, что ты забыл в этом жутком месте? Просто невероятное захолустье. Скажем так, ищу кое-кого. Наверное, очень важный кто-то, да? Шеф лично отдал приказ, сказал, помоги ему. Ну, вы в такую даль явно не на пикник поехали. Что, на пикник? Странные у тебя шутки. Я тебе раскрою один секрет, только между нами. Тут частенько пропадают люди. Это началось еще черт знает когда. Значит, для вас это просто серые будни, да? Вон на прошлой неделе искали здесь пропавших туристов. Уверен, вы постараетесь мне помочь. Куда-то едем. Куда-то, ребят, едем. Доедем, не доедем. Так, ну, вроде прибыли. Зов природы. Пойду отолью. Сейчас. Que frío. Te has bebido el bar entero? Курить будешь? Vice City, Мастетрика. Эй, а я Альгинаи. Куда попёрся? Зачем? Сейчас убьют.
зачем пошел туда? Что-то он там не торопится. Провалился. Слушай, может, сходишь посмотришь, что с ним? Ну да, твой напарник, а я пойду. Конечно. Я побуду тут. А то еще влепят штраф за парковку. Да, да, да. Помогли, нечего сказать. А, хочу сказать, знаете, чем? Ну, сейчас я скажу. Сейчас досмотрим. Есть баг в игре с освещением. Тот, может, сталкивался с ним. Глава первая. Мы идем копы искать. Есть баг с освещением, короче говоря. Выяснить, в чем дело. Я когда первый раз вообще запустил игру, еще демо-версия, когда выходил, я немножко скачивал, смотрел. Баг есть с освещением, короче, вот на картах именно AMD. Я не знаю, как на NVIDIA, но на AMD есть. И вот здесь вот очень-очень темно. Очень темно, прям очень темно. И в некоторых местах прям очень темно. Я думал, что такое, что за хрень. Заходил к другим летсплейщикам, там смотрел. У них все нормально, у них светло. А у меня темно, я думал, может баг, еще что-то. Оказалось, в настройках есть такая функция. Если у тебя очень-очень темно, заходишь в графику. Заходишь в графику. И здесь есть параметр такой, как рассеянное затенение. Вот это вот. Изначально оно у меня стояло вот такое CCAO. И смотри, что происходит. Видишь, как темно стало? Вроде кто скажет, ну это атмосфернее, атмосфернее. Поверь, это не атмосфернее, это еще хуже. То есть тут будут такие места, где ты вообще ничего не увидишь. У меня стоит, лучше вообще выключить его, конечно. Но у меня стоит вот этот вот. Это потому что у меня AMD. И то есть светлее. Потому что в некоторых местах было настолько темно. Будут места, я тебе даже покажу, наверное, примеры, если не забуду. Про вот это вот затенение. Вот. То есть если у кого-то такая же проблема с этой... то можно с ней поиграться. У игры защита Denovo стоит. Из-за этого, ребят, просадки будут по FPS. Потому что Denovo, как вы знаете, она жрает FPS. Да, Denovo жрает FPS. Особенно на средних слабых ПК. Она 10-15 FPS запросто жрает. И хоть разработчики говорят, нет, мы Denovo там оптимизируем, она ничего не жрает. Жрает. Жрает и жрает. Вот, когда выйдет... Куда он подевался? Когда выйдет пиратка по резиденту, вы увидите то, что FPS будет больше. Но у меня в среднем где-то 50 FPS здесь держится. Вот, так что будем играть. Ну, с учетом того, что настройки, в принципе, высокие. Вот. Вот, допустим, да, вот видите, как выглядит, да, видно, да? Сейчас я еще раз покажу вам насчет вот этого вот. Мы берем ССО, ставим, ССА. И смотрите как, видали как уже? Видали как? Я не знаю, там запись должна захватиться, то есть видите, да, разницу? То есть вот это вот ССА. Рассеянное затенение. Видите, какая разница? Вот. Вот такие вот проблемы, если что. Потому что я, наверное, не единственный, кто с этим столкнется. Потому что, наверное, тоже будут люди, которые, блин, очень темно, что делать? Ладно, пошлите. Я решил поделиться просто багом. На Е, конечно, садится очень классно. Здесь управление очень какое-то странное. Очень странное. На Ctrl мы будем давать команды, а на букву Е мы садимся. Короче, управление очень странное. Ну, резидент. Что вы хотите, да? Так. Мы зашли в домик. Есть кто? Ага. А куда мент ушел? Я что-то не понял. Какой-то мент куда-то ушел. Примитивный медальон. Судный день грядет. Великолепно. Какой-то судный день, куда-то он грядет. Здесь будет очень много стрельбы, я напоминаю. Очень много. Так, здесь вам надо ключ, потому что я проходил, немножко играл в демо. Вот. Oh,
Простите, что я без спроса. Это уже зомбированные, по-моему. Местные алкаши. Буско, он полиция. Я ищу сотрудника полиции. Бинуаки. Он здесь не проходил? А вот его этот. Пытает его где-то. Ключ от охотничьего домика. Где-то его пытают, ребята. Это что? Фу, ну и вонь. Нормально, похлебка с солями, или как там называется, когда варишь из всего, что было. Там что? Там что-то. А, и, кстати говоря, знаете, что непривычно мне? Так как я в Resident не играю, очень много разных ресурсов будет. Очень много каких-то... Вот здесь вот очень много будет всяких компонентов. Какие-то брюлики, хренулики, всякие вот такие травы, хренавы и так далее. То есть здесь очень много чего будет. Вот. Я же в Resident Evil не играю. Мне он как... Не знаю, не интересен. Канинка? Что это? Буженинка, канинка, хамончик. Хамончик, ребята. Мясо целое, это... Сушат, вялят. Вялят мясо. На зиму. Эй! Дом помер уж. А куда мы вообще ехали? Куда они нас везли? Понял? Что там у тебя? А нас не сюда везли? Нас вообще куда самих-то везли? Почему он пошел один? Типа поссать, его что там притянуло, что-то интересное. Да, какой-то ритуал, видимо. Достать оружие. Все, пошли. А, кстати, нам надо сохраниться. У меня же типа полный допуск. Что это? Это жопа. У меня же полный допуск, ребят, и там есть бонусы. Да какого хера? Блять, да пошел ты нахер, слышь? Часу не легче. Дед, ты чё? У меня там есть полный допуск, у меня там всякие шмотки, оружие дали. Все-таки не зря я ее же купил. Асасаи, да. Я пойду, пожалуй. Я, пожалуй, ребят, пойду. Зеленая трава. Ну, это хилка, я знаю. Я, пожалуй, пойду, а вы это... В жопу их. Гнездо. Это Кондор-1. Это Ханиган. Говори. Дочь президента, Орленок. Скорее всего, здесь. Так разведка не ошиблась. Супер. Узнай, как добраться до озера. Возможно, она там. Поняла. Сейчас посмотрю. Скорее. С местными что-то случилось. Моих спутников... Мне пора. До связи. Его кто, мужчина? Не смею задерживать. Правильно смотались. Знаете, что делать-то? До свидания, мужчина.
И все, ты за мной не побежишь? Какой непринципиальный молодой человек. Идите к озеру, говорит нам игра. Хорошо. По ресурсам, что у нас здесь? Кровавый след. Вот тащили. Возможно, дичь, возможно, оленя. Воронки. Ни хрена себе крупная ворона с курицу. Это да. Патронный пистолет. Патрон-пистолет. Так, это замечательно. Порох. Порох это тоже нужен для создания этих боеприпасов. Так, кейсы. В меню изменить кейс, добавили новый кейс. В меню изменить кейс, добавили новое украшение. Добавили новое оружие. Хранилище. Да, у меня же так как полный допуск. Мы берем, конечно же, с тобой. Я что, зря что ли это, да, как бы. А это мы сюда положим. Положить. Хотя это можно продать. Потом торговец у нас где-то будет. Мы потом продадим, наверное. Нет, подожди. Как повернуть? Вот. Ага. Подожди, давайте немножко менеджментом займемся. Немножко менеджмент. Чтобы все было красиво. Вот так. То есть сверху то, что мы не используем. Угу. Угу. Так, на 3, да? Так. Ну, как-то вот так. Чтобы было покрасивее. Так, UE, что тут какие-то эти? У нас вот этот кейс повышена. То есть, если у нас тут такой кейс стоит, у нас повышена вероятность найти патрон для пистолета. Золотой кейс. Повышенная вероятность найти писеты. Писеты — это золото. Повышенная вероятность найти порох. Что лучше? Патроны найти? Повышенная вероятность найти патроны, порох. Я думаю, порох лучше, да? Это что? Патроны пистолета. Редкая. Плюс 30% к бонусу при создании патронов для пистолета. Плюс 15 к... Надеть слева. Выберите украшение, которое будет висеть на кейсе слева. Плюс 30 бонус при создании патронов для пистолета. Надеть слева. Это бонус. Плюс 15 к эффективности лечения с помощью зеленой травы. Надеть по центру. Надеть слева. Надеть центр, надеть. То есть 3 бонуса, то есть бафы мы себе можем делать. Ни хрена себе. Ну давай оставим, пускай будет, потом может что-то еще найдем. Вот, давайте сохранимся и пойдем дальше. Сменить оружие. Да, у нас на... Не, подождите. Быстрый доступ на 2, наверное. А вот это вот на 1. Ага. То есть пистолет 1, 2 у нас какой-то обрез. Ну, вероятно, все будем бегать в основном с этим. С пистолетом. Так, здесь волки какие-то дикие. Еще у нас. Здесь ничего. А, сесть, встать-то хорошо. Здрасте. Опа. И вот так вот. Опа, поебальцу. Мужики, вы че, блядь? Вы чё? Тихо, надо добивать, иначе он встанет. В виде зомбака только уже. Опа, а чё я увидел? Чё я увидел? Так, песеты — это какие-то деньги, за которые потом можно что-то улучшение получать. И оружие что-то там улучшать, да? И припасы себе получать. Сраный капкан. Да, тут же капканы какие-то есть, да. Че, у нас по ХП сильно просели, да.
ХП у нас справа в нижнем углу, если кому-то интересно, около патронов, там зеленая полоска. Чё? Блять! Ты кто, мужик? Падла. Световая граната. Очень много всяких этих. Так, это у нас есть, это у нас есть. Ладно, пойдем. Взял мне этот триндюлей и навалял. Козел. Так, мы пришли в какую-то деревню. У нас, кстати говоря, так, у меня полный допуск или что-то там. Да, у меня же полный допуск. Я же не зря купил игру. Сокровища есть, карта с сокровищами у нас здесь показывается. Но сокровища эти просто так вот не открыть. Нам вообще надо вот сюда, по карте. То есть нам надо сейчас будет залутать эту деревню. Но деревня, как понимаю, да, здесь будет с кучей фанатиков. Деревня-то непростая. А, второго мужика нашего. Охренеть. Это второй мужик, ребят. Наш. А как туда попасть? Ага, можешь как-то сюда попасть. Так, ну чё, начнем гонку. Сюда надо вдвоем, да? Ага. То есть мы сюда вернемся. Как я понимаю, локаций здесь не так много. Мы будем возвращаться в одно и то же место. Травку берем. Ага. Крестьяне трудовые. Хорош. Так, а нам что надо? Нам надо, наверное, пройти. Вообще здесь, я как понимаю, очень много ресурсов, да, может быть? Я понимаю, здесь может быть очень много ресурсов. А где у нас сохранение здесь есть? Нам, наверное, надо дальше пройти. Здесь можно, наверное, полазить. Но... Ты же знаешь, как я прохожу игры. Блять. Петух. Отбейтесь от врагов. А я не хочу. Я убегаю. Я не хочу отбиваться от врагов. А. Хочешь, не хочешь, но ты будешь это делать. О, красавчик какой. Чьи глаза-то? Папина или мамина? Мужики, отойдите. Мужики, отойдите. Блять, тварь. У меня хп мало. А, в церковь впустить меня нахуй? А, понятно. Ладно, нахуй. Просто мочил его, блядь. Вот это Resident Evil, нахуй. Вот это ТП-шуторок. Вот это, блядь, ТП-шуторок. Бля, мне что, автонаводка стоит, нахуй? Что, охуели? Да, ты чувствуешь боль? Нет, она тебя, да. Ебать! Это, уходи! Уклоняйся! Во-во-во! На видал, сколько, блядь, народу пришло, блядь. Вся деревня, нахуй, весь поселок. Яичко. А, это рубин. Я думал, это яичко. Что, блядь, за бред пошел? Что, блядь, за шутер пошел? Что здесь? Блять, да не ключи, где-нибудь не нужен вообще ключи. Нахуй.
пошел, падла. Дайте я выйду. Спасибо. Спасибо, что открыли. У меня 8 патронов. Вот это деревня, вот этот домик, блядь, деревня. Ребята, вот это веселуха. Находим, лутаем быстро. Что здесь? Рубин, заебись. Бабуль, блядь, отойдите нахуй. На нахуй, поебало. Убегай. Я не знаю, что делать, блядь. Ой, блядь, так, что нам сделать? Ой. Подожди, хилка нужна. Нужен спрей, у нас хп практически нету. Ой, блядь. Резидент, ребят, пошел. Очень много врагов, очень много. Сарайку подожгли, она же не горела. Ну чё, дикари, ну зачем сарайку подожгли? Ой, здрасте. До свидания. Ручная граната, заебись. Можно я тоже туда выйду? Мужчина. Ага. До свидания. Резидент, нахуй. Так, троечка, да, у нас граната. Троечку у нас граната. А где этот дебил? Бензопилой. О. А? Все? Битва закончена? Охереть. La campana. Полдень, ребят. Обедать пора. Все на обед. Резидент. Вот это шутер, блядь, пошел. Уже. А, подожди, они уйдут, а мы уйдем сейчас? Ну, просто я бы хотел бы залутаться. Ты не можешь. Бенема можешь, да. Согласен. Ну, они пошли на обед, да, ребят. А то суп-то остынет. Так, я сейчас, как понимаю, я, наверное, смогу залутаться, пока их не будет. У них глаза красные, они то ли не высыпаются, то ли алкаши. Хотя церковь у них не очень, их черепа висят, как бы... Ресурс, надеюсь, не пропадут. Куда это они все? В кино, что ли? Да на обед, я же говорю. Resident Evil 4. Да. Не достает надписи Remake. Ну, такой Resident Evil, ребят. Изумруд. О, изумруд. Кондор 1, прием. Я нашла путь к озеру. Там есть большая мельница. За ней начинается тропа. Угу. Мельница. Понял. Будь осторожен. Отбой. Давай быстрей. Будь осторожен, отбой, да. Патроны. Так, едь к озеру. А у озера у меня вопрос, такая же жопа будет, как и здесь? Я потому что не хотел бы идти к озеру тогда. Кстати говоря, вот все равно, видишь, какие темные места все равно есть. Я вроде отключил эту хрень. Да? ССА, там, ССО, как оно там называется. А все равно вишкая жопа. Так, давайте здесь подберем тоже. Так, нам надо исследовать все здесь, потому что здесь куча ресурсов должно быть. Ну, это логично. Идем наверх, я же там ящик видел. В начале нашего тусева. Вот здесь вот. Я здесь видел ящик. Шнипель какой-то. Шнипель, что? Есть такое украшение шнипель? Патроны. Так, это мы куда? И хорошо. Закрыто, ребята, и хорошо. Так, мы здесь побегали. Так, в этом домике мы были.
Вот в этот домик надо зайти. В этом домике мы были. Вот в этой сарайке, по-моему, туда надо зайти через верх. Надо, по-моему, с бабой. Наш главный герой не баба будет. Так, мы здесь были, да? Да, здесь мужик вылез. Ага. Так, забрали. Здесь ничего, здесь нужен какой-то ключ, который хрен знает где достать. Вот здесь вот мы были. Мужчина подгорелый, да. Они больные. Да. Ну, они не больные, они как бы просто кушают, наверх вот это. Материалы какие там. Видимо, что-то крафтить. Так, здесь я был, здесь все я собрал. А. Песеты какие-то. Какая-то валюта непонятная, песеты. Так. В церковь меня не пустят, да? Ну и слава богу. Так, здесь тоже что? Вычурное ожерелье. Насколько я знаю, здесь ожерелье тоже можно собирать. Это, наверное, на продажу. И ожерелье, наверное, надо собирать из этих, да, ребят? Я же правильно предполагаю. Да. К сожалению, много дорогих компонентов Сузу сюда можно вставить определенно. То есть цена у него 11 тысяч. Но его можно вставить куда-нибудь, объединить. Вот сюда вот. Ага. Ага. И сделать его дороже. То есть у него уже будет не 11 тысяч стоимость, а уже 26 тысяч, видишь? То есть просто стоимость увеличиваем за счет этого. Это хорошо. Что здесь? Травка. Блин. Травка, ты не убился там? Травка? Нет. Вроде пока жив. Так, это мы обыскали, это мы обыскали. А, сюда мы заходили. Сюда мы вот заходили. Что? А, можешь закрыть. Ну, пускай будет закрыто. Пассеты мы забрали. Лечебный спрей мы забрали. О, дробовик мы забрали. Хорошо. Охереть, он здоровый, кстати. Дробь 12 калибра. Давайте на троечку. Давайте гранаты будут на четверочку. А это пускай будет на пятерочку. Не знаю, мне кажется, вот этот обрезик у меня будет помощнее. Да, мне кажется, обрез-то будет помощнее. Не зря же мне его за полный доступ дали. Да? Да, ну сюда и сюда и сюда. Обрез, кстати говоря, меньше места занимает намного. То есть я не вижу. Я не вижу в нем смысла. А что в хранилище? Подожди, а что, могу прям так в хранилище переместить? А, я могу отсюда прям в хранилище отправлять? Ни хрена себе. Это читерно как-то. Прям, то есть все, что я нахожу, могу в хранилище, да, отправлять. Так, здесь мы были, здесь мы были. Здесь мы прошли дом, посмотрели. Там, кстати, где-то что-то второй этаж был. Пойдемте посмотрим. Пойдемте посмотрим. По-любому что-то будет. О. Бархатный самоцвет. Ну, видимо, все. Все, наверное, может двигаться дальше.
Наверное, дальше можно двигаться. Так, здесь мы тоже, да, все смотрели. Угу. Здесь тоже все есть. Пошлите. Мы дольше, блин, лутались, чем собирали шмотки. Давайте на этом остановимся. Следующую серию уже продолжим. Вот. Песеты мы взяли. Песеты — это классно. Не знаю, мне кажется, дробовик он это не очень. Мне кажется, вот этот обрез у меня лучше. Мне кажется, он не очень. Мне кажется, он жирный. Да, мне кажется, это то же самое. Вот, но много слотов, ребят, занимает. Много слотов. Как по мне. Все, давайте сохранимся. Увидимся с тобой уже в следующей серии. Там продолжим. Всем до встречи, всем пока.